Нет, в прошлом году был ремонт, деньги были вложены большие, значит, расширение терминала А будет осуществляться на протяжении 9 месяцев, и надеюсь, что в мае следующего года, 2019, мы будем с вами опять-таки уже находиться не здесь, а в пристроенной части терминала, которая позволит увеличить количество метров терминала А на 9500. Таким образом, увеличится вдвое количество стоек регистрации, вдвое будет увеличено количество выходов на посадку и будет вдвое увеличено количество пунктов контроля на авиационную безопасность. Таким образом, пассажирам будет гораздо комфортнее и приятнее, хотя и сейчас комфортно и приятно, будет более комфортно, более приятно, более быстро проходить все обязательные процедуры и наслаждаться комфортом в ожидании вылета. На первом этаже реконструируемой пристраиваемой части будут располагаться стойки регистрации, 18 стоек регистрации и зона контроля на авиационную безопасность. Будет оборудовано 9 пунктов. Дополнительных 9 пунктов контроля на авиационную безопасность. Таким образом, скорость прохождения всех формальностей будет увеличена вдвое. На втором этаже пассажиры будут подниматься на экскаваторе или на лифте на второй этаж, где будет располагаться зона пограничного контроля. Дополнительно 18 стоек пограничного контроля, что позволит пассажирам в кратчайшее время проходить паспортный контроль. 1000 пассажиров, которые сейчас тратят на прохождение формальностей в среднем минут 50-60, сможет проходить эти же формальности за вдвое меньше времени.